сайт создался год назад, и мне очень приятно, что мы это сделали. Для меня это как дополнительная социальная нагрузка, потому что бегаю я и показываю свои результаты не только для себя, но и для своей страны, для своих болельщиков. И для этого создавался сайт, чтобы люди, фанаты, обычные любители спорта, может быть, даже обычные жители, которые не имеют отношения к спорту, но случайно или кто-то им подсказал, зашли на сайт, прочитали, посмотрели своих ведущих спортсменов, прониклись духом олимпизма, духом лыжных гонок. И даже если вот прибавится один фанат, один болельщик, это для нас уже большой плюс. Так что для этого создавался сайт. Будем работать дальше, будем пытаться делать много новостей, фотографий, прикреплять к сайту, чтобы было современно и чтобы вам нравилось.